Автоматизированная система «Меркурий» призвана решать сразу несколько задач. Из них две самые важные – поставить заслон перед фальсификатом и некачественными продуктами на их пути к прилавку и одновременно поддержать добросовестных сельхозпроизводителей. «Меркурий» позволит отслеживать прохождение продукции на каждом этапе, вплоть до конечной торговой точки, где ее реализуют непосредственному покупателю. Но для этого необходимо подготовить соответствующие кадры. Сегодня знаковое событие – это проводится мероприятие областное на базе Одинцовского ветеринарного участковой лечебницы. Проводится тестирование специалистов на право внесения в реестр аттестованных специалистов в области ветеринарии. Это согласно постановлению правительства и согласно закону о ветеринарии. А для чего это делается? Для того, чтобы специалисты в области ветеринарии, которые непосредственно работают на предприятии, не в структуре государственной ветеринарной службы, могли осуществлять оформление этих грузов в электронном виде. После сдачи квалификационного испытания имя специалиста будет занесено в аттестационный реестр, и он получит право подтверждать прохождение контролируемых продуктов. Сегодня мы с вами совместно с Россельхознадзором и представителями профильных научных учреждений проводим аттестацию на право оформления ветеринарно-сопроводительных документов в электронном виде в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации. Мы желаем вам успеха. Сдать экзамен непросто. Из 10 вопросов теоретического билета нужно верно ответить минимум на 8. Затем следует практическая часть – заполнение реальной ветеринарной документации. Решение о присвоении необходимой квалификации принимает доброжелательная, но строгая комиссия. Подобные тестирования территориальное ветуправление номер 1 проводит раз в месяц. У нас проводится это второй раз. Первый был тестирован 1 декабря 2017 года. Было 3 человека. По итогам 1 у нас сдал, 2 не сдало. Сегодня мы проводим, у нас заявилось 14 человек, по факту пришло на тестирование 12. Поток будет увеличиваться, но сейчас для того, чтобы сделать статистику, мы, наверное, проведем третий раз, уже будет понятно среднее количество человек, которым необходимо данный вид вот этих экзаменов. Сдача таких экзаменов экстерриториальна. В Московской области тестированием занимается главное региональное управление ветеринарии. В Одинцовском же районе для участия в тестировании можно обратиться в том числе и в территориальное ветуправление номер 1, расположенное в деревне Матвейково. Петр Горохов, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцово».